Ребята, всем привет, меня зовут Вилли, и вы смотрите канал Видеолепка. И сегодня мы будем рисовать 3D ручкой чеширского кота из фильма «Алиса в стране чудес». Кстати, если вы не смотрели другие видео, где мы рисовали 3D ручкой, то переходите в соответствующий плейлист, ссылочку на него оставим в описании. А также подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Для того, чтобы нарисовать чеширского кота, нужно 6 цветов пластика. Но так как у меня серого мало, я буду использовать еще и серебристый. И здесь еще нет розового цвета для того, чтобы нарисовать носик и ушки. Так же, как и в предыдущих видео, где я рисовал фигурки 3D ручкой, я буду использовать формы из алюминиевой фольги. Для фигурки чеширского кота я скатал 2 вот таких вот формы, одну для головы, другую для туловища. Сначала обрисую их полностью пластиком белым, ну а потом уже буду соединять их вместе. Можно, конечно, было сразу использовать серый цвет, потому что кот у нас серый. Но, как я сказал ранее, серого пластика у меня очень мало, боюсь, что не хватит, поэтому сначала все выровняю белым пластиком, белого у меня много, и потом уже сверху буду рисовать серым цветом. В этот раз я решил попробовать и не обклеивать формы скотчем. Как оказалось, пластик неплохо прилипает к такой форме из-за множества мелких выступов, но есть один большой минус – форма довольно-таки сильно нагревается. И приходилось несколько раз останавливать нанесение пластика для того, чтобы не обжечься. В своих работах я использую пластик или филамент типа ПЛА. В отличие от АБС, он не выделяет неприятного запаха, так как производится из растительного сырья, такого как сахарный тростник и кукуруза. Если вам будет интересно, то ссылки, где можно заказать 3D ручку и пластик, я оставлю в описании под этим видео.
Итак, ребята, вот такой вот чеширский котик у меня получился. Хотел я ему сделать еще усы, но не стал, так как пластик будет очень тонкий и все равно такие усы обломаются. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. И также можете поделиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. Ну а сейчас будут приветики от моего котика Вилли, а также фотографии ваших поделок из пластилина из нашей группы ВКонтакте. Итак, первыми пасхалки в предыдущем видео нашли Николь Плей, Настюха Кэт и мистер Желека Сэндман. Передаю им огромный привет. Также приветы за репосты из нашей группы ВКонтакте получают Тишка Котов, Виктор Лисеев, Лиза Уласевич и Александр Соболев. Ребята, передаю вам также огромный привет. На этом мы с вами прощаемся. Если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно подписывайтесь. Желаем вам отличного настроения. Всем пока!